ситуация активно всех документов, которые находились в институте. Знаю вам. На сегодня Елизавета Засупит не сделала инициализацию, тем самым подтвердила, что она несет полную ответственность. Прочитав вчера акт, я приложила документы, которые я подготовила, и завтра, сегодня, передаем свою суд. Спасибо вам за это. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом акт был опубликован в 20.00 на сайте МОСТ? Я сегодня обращаюсь в полицию, в прокуратуру и хочу понимать, каким образом из кабинета городского головы выходит документация ночью на один и тот же сайт уже второй раз. Первый раз это было заявление СБУ, второй раз это акт, который не видел ни я, ни лицарец, но подписано вами, и оно уже у Никитенко. Поэтому в этом будут разбираться органы, а мы будем это все держать на контроле. Ну и теперь к нам обратились жители Дмитрова 18А. Ситуация у них такая.